Пожалуйста. Пожалуйста, что вы хотите? Я хочу предложить выписку из кардиологического центра кардиохирургии, потому что я в 2013 году на фоне 9-10-11-12 годов нажил себе очень тяжелую болезнь, перенес очень тяжелую операцию, которая продлилась 6 часов. Поэтому мне бы очень хотелось пояснить, что на сегодняшний день состояние моего здоровья такого, что я могу в любой момент почувствовать силу ухудшения своего здоровья. На желание механика не снимали, потому что я волнуюсь от этого человека. Диагноз какой можете назвать? Шунтирование перешмута. Шунтирование, как я понимаю, очень. Молодцы. Как рано. Сердце, да? Понятно. С тем, что фото-видеосъемка вызывает у него, конечно, волнение. Хочет, чтобы его доктор следил бесплатно. Я очень сильно извиняюсь, но я категорически возражаю против этого. У нас главный лжесвидетель. Или он в прошлый раз вот стоял, рукой закрылся и говорил, что он ничего не помнит, а если в протоколе было что-то написано, значит из протокола берите. А сейчас он хочет вообще избавиться от видеосъемки. Конечно, нет. Мы должны это все снимать, потому что это важнейшие доказательства в этом деле. И мы никак не можем без видеосъемки. Кроме того, было, в принципе, при начале процесса судьей, эти вопросы судов, извините, эти вопросы были разрешены. Видеосъемка разрешается. Ничего не случится с Вячеславом Николаевичем. Можно на стульчик присесть? Я хочу сказать, что в тех документах, которые представил Опалев, нет ничего, ни единого слова, которое бы подтверждало правоту Опалева о том, что произведенное ему шунтирование, имеющееся заболевание в виде стенокардии и гипертонической болезни, является следствием пережитого им стресса периода 2009-2013 года. Выписан он в удовлетворительном состоянии. Ему показано медикаментозное лечение, исключительно медикаментозное лечение. И дана рекомендация о направлении его на санаторное лечение. Рекомендации о том, что Опалеву нужно снизить психоэмоциональные нагрузки. Рекомендации о том, что Опалев не может участвовать в судебных заседаниях. Либо он может участвовать в судебных заседаниях, и период его участия должен быть снижен. О том, что Опалеву не показано фото- и видеосъемка. Этих данных, этих рекомендаций в выписке из Кировской областной клинической больницы за период с 11 июля по 2 июля нет. Я, Ваша честь, еще раз настаиваю на том, что должна быть видеофиксация. Будем ли заставлять мы Вячеслава Николаевича опять танцевать? Нет. Будем ли мы заставлять его перемещать фанкряж? Нет. Просто ответить на несколько вопросов. И средства массовой информации смогут записать это, будет ответ. И все, спасибо. Возможность запрета фото- и видеосъемки, предполагается, с учетом состояния здоровья, если это сказывается на его самочувствии. Данный вопрос возможно разрешить в положительную сторону, то есть запретить фото- и видеосъемку на период вопроса. Считаю возможным удовлетворить заявление Опалева о запрете фото- и видеосъемки. В связи с проведенным корректным шунтированием Опалева руководствуясь частью 5 статьи 241 УК РФ, полагаю, что главным судебным заседанием может быть обеспечена его аудиофиксация, запретить на период допроса Опалева проведение от периферной видеозаписи киносъемки судебных